Моя прелесть, мое сокровище. Ой, как я вас обожаю. Каркуша, аккуратненько. Сейчас пиалка с твоими сокровищами чуть не упала. Доброе утро, ребята. Что там у тебя такое? Доброе утро! Какая красота! Я просто обожаю! Ну, всякие блестки, разные пуговки! Это я вижу. Я думаю, ребята также обратили внимание. И еще я уверен, что ребята любят перебирать пуговицы в маминой коробке для шитья. Ну, конечно, если мама разрешит. А мама обязательно разрешит, потому что сегодня из этих пуговиц мы сделаем новогоднюю поделку. Ой, а что это будет? Это будет красивая большая елочка. Ура! Давай же скорее мастерить! Итак, ребята, чтобы сделать яркое новогоднее украшение, нам понадобится вот такая заготовка. Ее я вырезал заранее из плотного картона. Я поняла, это елочка. Да. Различные тесемки цветные, есть и розовая, вот такая золотая, очень красиво. Замечательно! Клей-пистолет и ножницы. Ну, приступим! Итак, сначала вот этой тесемкой украшаем нашу елочку по контуру. Как мы это делаем? Аккуратно наносим немного клея и фиксируем тесемку. Так. Готово. Сережа, а как вышло так, что елочка стала символом Нового года? Интересный вопрос, Каркуша. Давай узнаем это прямо сейчас. Давай. Традиция наряжать деревья и танцевать вокруг них пришла к нам из древности. Тогда считалось, что в любых деревьях живут духи, которых люди старались задобрить, вешая на ветки разные украшения. Особенно почитались ели и сосны, ведь они круглый год оставались зелеными, а потому ассоциировались с долгой и прекрасной жизнью. Готово! Красиво получается у нас, да, Каркуша? Красиво, но не совсем. Это почему же? Ну, потому что елочка-то не доделана еще. Это ты верно, Каркуша, заметила. Кстати, ребята, у меня вопрос. А что мы обычно делаем с елочкой на Новый год? Странный вопрос. Конечно же, украшаем. Вот для чего нам нужны пуговицы, блестки, все твои сокровища, Каркуша. Можно возьму? Ну, конечно, можно. Так. Ребята, видите, у Каркуши огромное количество разноцветных пуговиц. И вот такие стразы у тебя еще есть, я смотрю, да? У меня много чего есть. Причем стразы, я смотрю, у тебя самоклеящиеся. Да-да-да. С помощью всего этого мы и украсим нашу елку. Начинаем. Приклеим стразинку вот сюда. Это украшение приклеим вот сюда. Да, сюда. Так, а это побольше вот сюда. Возьмем пуговицы, фиксируем их на елочке, клеим пистолетом. Это вот сюда. Какую следующую пуговицу берем? Давай синенькую. Давай синенькую. Ее вот сюда. А есть зелененькая? Зелененькая есть, вот. Давай зелененькую. А куда, наверх или вниз елочки? Я думаю, нужно повыше. Повыше, хорошо, вот сюда. Угу. Может быть, розовую пуговичку возьмем? Конечно, возьмем розовую. Так, давай розовую в самый центр. Ага. Вот. А теперь желтенькую. Так, желтенькую, желтенькую. А где у тебя тут желтенькая? Как? Вон же желтенькая. А, вот, маленькие такие треугольнички. Интересные пуговицы. Да. Так, желтенькую вот сюда. Сердечки, я смотрю, у тебя блестящие также есть. Я люблю разные украшения. Сюда опять зелененькую. А есть еще и синенькие. И фиолетовые тоже есть. Каркуша, да? Ну, сокровищ у тебя огромное количество. Ой, спасибо, Сережа. Та-дам! Какая красота! Сережа, а как мы будем вешать нашу елочку? Очень просто. Мы сделаем небольшую петельку из цветной тесемки. Каркуша, выбирай. У меня вот осталось немножко золотой и есть вот такая розовая. Нет, мне нравится золотая. Золотая? Да. Хорошо.
Есть два способа, ребята. Первый, вы можете сделать отверстие вот здесь наверху, продеть туда тесемку и повесить елочку. Второй, Каркуша, какой, да, как ты думаешь? Ну, я думаю, может быть, просто ее приклеить. Правильно, с помощью клея-пистолета с обратной стороны. Наносим немного клея и фиксируем тесемку. Аккуратно, клей горячий. Подождем, Каркуша, пока клей высохнет, и поделка готова. А куда мы ее повесим, Сережа? Давай подумаем. На елку не пойдет, потому что слишком большая. Да, и тяжелая. Угу. Может быть, повесим на входную дверь? Отличная идея, Каркуша. А еще такую поделку можно повесить на окно или на стену. Да вообще, куда угодно можно повесить эту елочку. А наше сегодняшнее занятие подошло к концу. Ребята, счастливых вам праздников! И новогодних чудес! С добрым утром! С наступающим Новым годом! Пока-пока! Хорошо.